Всем привет! Мы с вами находимся в гостинице «Русь» на уже третьем этапе гранд-финала Russian Poker Tour. Давайте пойдем посмотрим, что творится в зале. Сегодня 25 марта, и в зале у нас проходит одновременно 4 турнира. Слева от меня проходит финальный стол украинского чемпионата, впереди меня сателлит, а сзади меня проходит финальная часть синхронизированного покерного тура. В турнире осталось буквально 20 человек, и через 3 часа у нас начнется финальный стол, с которого мы будем вести прямой лайв-видеорепортаж впервые во время нашей серии. Общий призовой фонд более 130 тысяч евро, при бои всего 220. За моей спиной сейчас проходит финальная часть синхронизированного покерного тура. Thank you.
Познакомьтесь, Олег Удаленко, руководитель команды менеджеров и дилеров Russian Poker Tour. Олег, сегодня 25 марта, второй день серии. Как проходят турниры? Турниры проходят прекрасно, несмотря на заснеженные столицы Украины. У нас собирается очень много игроков. Есть турниры, в которых играют и по 200 участников, а это всегда очень приятно, когда очень много людей играют в свою любимую игру. My name is Julian Herold. I come from Germany to play the Russian Poker Tour in Kiev. Everything is really nice in Kiev, good nightclubs, and the hotel is really nice, so I like to be in Kiev. Благоприятная атмосфера, я уже познакомился с несколькими людьми, очень все доброжелательные, став работать на высшем уровне. Еще раз ваши аплодисменты, тройка призеров турнира «Супер Бэйбл».